как раз вот я сказал, что под такую музыку самое то договаривать видосы какие-то говорить. Самое для меня обидное в клипе «Не нежная оргазм», что фемки на полном серьезе будут думать, что дизов... Я, кстати, не ставил ни лайк, ни диз, и мне все равно, я снял реакцию, и все. Они на полном серьезе будут думать, что дизлайки стоят не потому, что песня пиздец говно и текст противоречит видеоряду визуальному, и как бы это, ну, типа, просто очень много чего сделано плохо и абсурдно. А потому что, типа, злоебаный патриархат опять угнетает несчастных, в общем, женщин, феминисток, там, и не разрешает им, видите ли, не знаю, что там, ну, в общем, не быть женственными в своем представлении. При том, что госпожа Ненежная в своем клипе как раз, блядь, максимально соответствует всем стереотипам, блядь, о женственности в этом клипе. Ну, я не знаю, то есть просто использует сексплотейшн на полную программу. То есть то, против чего ты типа борешься с тем, чем ты являешься в этом клипе, по сути. И так далее. Вот такой краткий доп-коммент.